Ой, ну что, последний рывок, боже мой, боже мой. Вдруг мы решим, не знаю, поиграть в Until Dawn. Серьезно, нету ни одной? Может, ты неправильно выбирал пути это исследования сюжета? Да, Сил, привет. Эй, уже неплохо. Это накладная жопа. Ну что ж, погнали, господа, погнали, блядь. Как я не хочу здесь находиться, вы просто не представляете. Вы не представляете, насколько я не хочу здесь находиться. Зименик, привет. То есть надо нам драться. Блять, я сегодня прочитал, я сгорел сегодня со статьи Game Informer за 2010 год. Я ее кидал в Дискорде. Это настолько говно какое-то писал эту статью. Unforged Blade. Сначала лезвие выкидываем. В первую очередь лезвие. Ой. Потом займемся говнюком. Ой, не говори, и не говори. Замечательная нямочка, как говорит Сара. Просто великолепная игра. Все на месте, все как надо. Он еще одно лезвие вырезает. Мужик, ты охуел? Очень плохо бой пошел, конечно. Да, я сейчас помру. Отлично. О, боже мой. Боже мой, блядь, я не хочу в эту игру играть, пиздец, как. Я ненавижу все здесь. Ненавижу, блядь. Ох.
Он зафорджил блейд уже. Я не успел хода сделать. Я хода не успел сделать. Охуеть. То есть вот этот вот сейчас бой, он будет очень долгим. Тупо из-за того, что он постоянно лезвие вызывает. Ой, не того, я случайно не того полечил. Успеют, не успеют, нихуя, не успеют. У него слишком много жизни, чтобы забить его сейчас. А, я на него ничего не кинул, никаких дебафов. Они не смогли это сделать. Потрясающе. Я обожаю нашу компашку, наших героев. Он саманит лезвие, да? Он саманит лезвие. Ой, блядь. А, Хоуп умер. Отлично. А, у него... О, боже мой, о, боже мой! Серьезно, идите нахуй! Кто это придумал, блядь? Я, сука, у меня сил нет просто. Это дегенерат придумывал. Бир, привет. То есть это просто тупо. Это идиотский файт. Это сейчас был ваншот? Это сейчас был ваншот, да? То есть у меня сейчас были полные жизни. Я не знаю, какой дегенерат это все придумал. Серьезно, вот я не понимаю. Эй, русское тесто, привет.
Да я бы думаю, да, наверное, реально в Resident Evil 6 было бы веселее еще раз поиграть. Зачем я это сделал, вопрос? А, это телепорт назад. Мне не нужно было этого делать, извините. Так, там мотоциклы. К мотоциклам мы не пойдем. Мотоциклами слишком долго разбираться. Мы пойдем к сахагинам. Ох ты, нихера себе, земляник. Блять, не того выбрал. Нет, нет, нет. Resident Evil 6 гораздо лучше. Resident Evil 6 это видеоигра. Это не видеоигра, это кусок говна. Извините, чем дальше я, тем больше это понимаю. Я не люблю Resident Evil 6. Я его прошел кучу раз. Эту игру я через силу добиваю. То есть, сколько раз я проходил Resident Evil 6? Я даже не могу сейчас примерно сообразить. Ой, не то, не то, не то! Блять, не тот класс, не тот. Нет, тут ужасная боевая система, отвратительные персонажи, просто дегенератские. Кроме графонии и музыки здесь нет ничего хорошего, конечно. О, нет, она, да, может зайти, если в нее вложиться еще часов 60, я думаю, и проходить сайд-миссии. Возможно, даже можно найти что-то в ней хорошее.
Ну, я бы не сказал, что рашил. То есть у меня было несколько стримов, где я вообще по сюжету не шел. Я просто бегал, выполнял сайды. То есть я часов 10 убил точно на... Не на кач, а на выполнение вот этих сабмиссий. Вне стримов я качался. Зачем-то. Так, окей, идем дальше. О, боже мой, вы посмотрите на эти наборы врагов. Просто посмотрите. Зачем? Нахуя? Она застряла среди врагов, да? Тот же набор врагов! Тот же набор врагов! Тот же! Ой, я не того ударил. Я сейчас ошибку совершил, возможно, я помру. Как я рад, что я позавчера не начал этим заниматься, а? У меня хилер помер. Не хилер, а дебафер. Ну все, это ГГ. К счастью, здесь есть рестарт боя. О, не, я уверен. Я ненавижу доту. Я лучше в доту бы играл, чем в эту игру. То есть, я честно, вот на данный момент я просто... у меня ненависть к этой игре. Мохам привет. То есть, здесь настолько все плохо и бездарно, что чем дальше, тем все хуже и хуже. Вот взять этот данжен. Взять весь этот подход к данжену. Я не люблю доту, я терпеть не могу доту, но дота лучше игра, чем вот это вот. И это обидно, потому что это финалка, блин. Почему же не может? Легкую? А, меня за дебафили, да? В доте какой-никакой есть геймплей. Здесь я всю игру проходил, долбя по автобою. В
Ну и да, и спасибо ей, что там нет персонажей, боже мой, эти персонажи. Ладно, давайте, какой-то негатив попер вообще дикий. А. Зачем? Зачем в этой игре это делать? Вот зачем? Зачем мне выбирать самому? Ведь игра проходится вот. Я просто я не вижу смысла вообще никакого здесь. В том-то дело, они убили все опции для для того, чтобы было интересно в это играть. Пока что было за все... Вот, сколько? 40 часов игры? Было два раза, когда автобой был не полезен. Два раза. Ну и потом, ручной бой эту боевку только удлинит, так сказать, эти бои. Эти однообразные мерзкие бои. А вдруг мне сам он пригодится на финальном босс-файте? А у меня не будет очков технических, чтобы его вызвать. Представляешь, такое произойдет? Ой. А, по-моему, 3 или 4, я вот честно не помню. Я редко самонов вызывал. Да, да. Я согласен, самоны здесь странные. Эй, я использовал каждого из них как минимум один раз. Смотрите, как он радуется, а? Как он радуется. Сучёныш. А, так. Надо что-то придумать с ними. Я, честно, не знаю, что делать. Ей, плюс 60 тысяч. Тут плюс 60 силы. Так. Стоп, а что ему качалось? Чем ему качал? Сентинела?
Да надо что-то, да, придумать. Как будет время посвободнее, я обязательно этим сделаю. У меня сейчас просто куча всего творится. Ремонт очень много времени занимает по выходным. Я даже на YouTube сейчас ничего не могу залить. Ой, я не то ударил. Я зря его ударил! Ого. Оп, живи. Ой. Лайтнинг живи. Блять, я не то нажал. Блять. О боже мой. О боже мой, сука. Я не могу просто. Я хочу в первую очередь интересные игры. Вот, пожалуйста, вам пошаговая игра. Вот я... Спасибо, мне не нужны вот такие пошаговые игры. Какие же вы дегенераты, мои сопартийцы. Ха-ха.
А, на нем дебафы вообще кончились. Какая красота. Какая красота. Какая прелесть. Какой? Я же нажал... О, боже мой. А почему переключился на нее, блядь? Что за дегенератство сейчас произошло? Да, Baldur's Gate, наверное, через годик надо играть, а то через два. И ждем консольного релиза вообще. Теперь там прям мои мысли читаешь. Фэнк, держись. Надо убить врага. Потом тебя полечит. Эй, как так? Как так? Ты, кстати, Дартил где? На пятом сезоне, как я понимаю, сейчас? Мы ж не... А, Дартил, а, мы ж не виноваты, что твои вкусы ошибочны. Пятый сезон отличный. Не будь шестого и седьмого сезона и третьего, он, наверное, был бы моим любимым. Я к этой игре когда-нибудь вернусь.
Но не скоро, наверное. Земляник, если вкратце... Блин, тут как бы не наспойлерить, потому что там очень охеренный сюжет. Вкратце, это про город, который находится над входом в ад. И избранную девушку, которая имеет силу убивать вампиров. Пиксели ремастера отличные. Прям великолепные. Я с огромным удовольствием проходил их. И, Дартил, я все-таки советую тебе. Я понимаю, что ты никогда не следуешь моим советам, презираешь их и игнорируешь меня, но я тебе советую Энджела посмотреть. В Баффи охеренный сюжет. Баффи — это один из лучших западных сериалов, когда-либо выходивших. Да, оно его самого. А это еще кто? Ай. Дура, замедление на него накладывай. Его зовут Владислав! Блять, его зовут Владислав! Вот здесь, слушайте, мне вот здесь вот эта стойка пригодится, походу. Да, Тайгер неплохой. Ой. 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 Huh.
Нет, Сентинел хорошо его, его держит. Владислав не очень умен. Только не говорите, пожалуйста, что будет еще данжен. Пожалуйста, не говорите. Мы уже Бандерлога победили, мы Владиславуса победили, ну. Так, я так понимаю, я могу до самого конца идти назад, да? Знаешь, не особо. Я бы не сказал, что он как-то вообще помогает хорошему. Я скорее по привычке им занимаюсь. То есть, я захожу каждый день в 15, по 15 минут. Прикольненько. Задание на прослушивание полезное, по-моему, немножко. Я установил себе Hello Talk. Все хочу попробовать, но не, опять же, время, я просто тупо не нахожу себе времени. Не знаю почему. Максимальный уровень, да? Ну, русское тесто, естественно. Но это все равно может быть полезно.
Но вообще сова угрожает. То есть там она напоминание дает постоянно. Слушайте, а может я просто не видел? Ну-ка, можно Гладиус еще? Гладиус можно качать? Че я подумал, что нельзя? Слушайте, сколько можно мне уровней в него влепить, интересно? Наверное, хватит. Да, серьезно? Ну вот я сейчас 1.5 года учился, ходил на английский. И вот думаю, что дальше делать. То есть по-хорошему надо дальше продолжать все-таки искать дальше, еще класс искать. О, ну хорош, хорош. Давайте без или что это у нас? Что это? Это босс-файт или что будет сейчас? Такое ощущение, что мы с этой штукой уже сражались. Владиславус теперь обычный враг? Или это может быть какой-нибудь Сергеюс?
Ай. XTNMind, привет. Я надеялся, что сегодня закончится, но уже я так не уверен. Посмотрим. То есть, в принципе, меня держит Sentinel очень хорошо. Сколько она еще один удар выдержит? Нет, еще два, да? Пиздец, это ваншот иногда. Это атака с шансом ваншота. Но это враг обычный. То есть, это, кстати, тоже очень странно. Что за такой странный набор вот этого говна происходит? О, боже мой, я не могу, просто не могу. Набор такой. То есть, этот враг только что он был у нас... боссом. Вот только что. 2 секунды назад он был у нас боссом. Почему сейчас он обычный моб? Причем он не стал там проще или что-то еще. Это точно такая же версия врага. Точно такая же. Ничем не отличающаяся. В Elden Ring по-другому. Я такого в Elden Ring не помню. Не, серьезно, я такого в Elden Ring не припомню. Она с протектом есть еще сейчас была. И с него очень быстро дебафы слетают, кстати. Очень быстро. This will be quick.
Короче, надо не пробовать даже делать дебафы на него. Ложить. Не то, я не то нажал. Сейчас я, возможно, помру. Да. Слушайте, ну вот кто-то реально хотел сказать, что вот это весело. Что вот это вот интересно. Нахуй я переключался, сейчас ее лечил. Я только себе хуже сделал. Я не понял, она промахнулась? В идеале мне, походу, хейст очень нужен. То есть я, конечно... Я что-то не понимаю, что происходит уже давно здесь. Кого надо качать? Саботёра? Эти ребята подождут немножко. Так, ну что ж. Я чувствую, сейчас мне еще больно будет, да? Вот эта штука сейчас проснется. 55 тысяч гиль. Зачем мне гили? Так, чуваки, не нападайте. Охереть, вы чё прикалываетесь, бля? О боже мой, о боже мой, вы что, серьезно? Вы серьезно, бля?
Это что за пиздец? Кто это придумывал? Это что за левел дизайн? Какой дегенерат это делал? Это боссы с этой локации. Это пиздец. Я просто в ахуе, честно. Но это так нельзя делать. Я ни в одной финалке такого не припомню. Ни в одном данжене. Странный кристальный замок из Final Fantasy 3 был лучше, чем это говно. Это какое-то ебаное позорище, блядь. Серьезно, мы с ними только-только дрались, это были сюжетные боссы. Просто что происходит, я не понимаю. Кстати, особо не дамажит, надо, наверное, того переключаться. Да я бы лучше бы в Kingdom Hearts сегодня играл. Я бы, блядь... Ой, пиздец. Да, этот восстанавливается. Мне надо с другого начинать. Мне надо было с большого начинать. То есть я, ладно, все могу понять, но не такой бездарный данжен. Ну это что это? Ну что это? Да, у этого лучше идут дела. Этого быстрее забиваем. Ха.
Так, по идее, он сейчас не должен быть, наверное, для нас проблемой. Успеем. Не факт. Хотя... Слушайте, ну это вообще беспредел какой-то. Окей. Всех боссов пока что в этом данжене повторили два раза. Хотите сказать, там еще один Владислав стоит? Сука, он даже... Он охраняет хоть что-нибудь, или он просто стоит? Зачем он здесь, скажите мне? Он даже ничего не охраняет. Я, честно говоря, забыл, что кому качал. Я просто так растерялся от происходящего, это пипец. Так, ладно, к Владиславу с ума не пойдем, потому что пошел нахер. Пусть он там так и стоит, неудачник, ждет, пока мы к ним подойдем. Нехуй стоять на пути, Lightning. Ха-ха-ха!
типа. Бля. Я не могу даже нормально на дебафы на них кинуть в этом бою. А, они с меня наоборот снимают. Ладно. Ладно, ладно, живем, живем. То есть за них даже опыта-то я бы не сказал, что особо много дают. Никаких дебафов на него нет, да? Окей, окей, окей. Это да, да. Мы теперь на блюрее. До чего дошел прогресс, да, Снейк? Десять тысяч опыта. Ух, уф, уф. Женщина, не дай бог ты скажешь, еще надо идти куда-то в какой-то данжен. Ебучая птица. Ха-ха-ха!
Тиамат Иллюминатор. Да, ему не нравится там сюжет и персонажи. Он ненавидит Сору. Он считает, что Сора это отвратительный персонаж. Он, кстати, сбивает мои щиты моментально. Да, что-то не похоже на Тиамата, на самом деле, да? Тебе мне будет больно? Или терпим, или ждем. Нет, Kingdom Hearts лучше витражи гораздо. Слушайте, этот данжен, он вообще brain dead полностью. Серега очень так хуесосит КХ, что по его попыткам хуесосить КХ, видно, что он нихуя вообще не разбирается в игре. То есть у него там претензии вообще смешные были. Видно, что он играл в жопы.
Я чувствую, на наше последнее, надеюсь, что это наше последнее раскидывание опыта в этой игре. Кстати, вот в FF8 охеренный был финальный босс. И там задействована была вся пати. Потому что здесь, я подозреваю, будет совсем не так. И как бы у меня очень низкие ожидания от этой игры, скажем так. От того, что она нам подкинет сейчас. Так, сейчас я подойду через одну секунду. Уф. Да, земник, пока, спасибо. Русский тесто, мне, наверное, больше всего, кроме Сефирота в FF7, мне больше всего запомнился именно как челленджевый босс. Сефирот был не челленджевый вообще. Именно как челленджевый босс мне запомнился именно восьмерка. То есть там реально сложноватый был босс. Так, сейчас этим бегу. В двенашке финальный босс был очень смешной. В десятке, в принципе, Джект был немножко челленджевый, но все после Джекта это просто смешно. FFX2, эх. Темный рыцарь там просто уничтожал босса финально. Когда этот ёбаный данжен закончится? Я только что сохранился.
Музон неплохой. Let's do this. Господи, господа, давайте наконец-то сделаем это. Это что, реально Kingdom Hearts? This is it. Moment of truth, hero. Once freed from its fleshly shroud. Dodge! Sarah! Dreams, meanwhile, shatter in a flash. Dodge! No! Think, where's the real Sarah? В моём сердце. Hey, listen. It isn't real. It's just Fauci smoke and mirrors. Yeah, they don't work wonders. They play tricks. At last, my errant Lassie. Men fight men. Men battle beasts. Cocoon wars with pulse. There can be no end to such conflict. But Cocoon's end is imminent and inevitable. Will you not at least slay Orphan and make it quick, as an act of mercy? Mercy? You mean murder. And Cocoon won't die. We're not here for that. We came for you. Such willful insolence. Disappointing. You prolong Cocoon's suffering. And to what end? Refusing me, but condemns another to face your focus tomorrow. If you truly seek salvation, you will obey.
in this. Вряд ли это последний босс. Тем более, если учесть, что мы с этим боссом уже сражались. Конечно же, во время стагера он меня выпилил. Возможно, мне не хватает ускорения в этом бою. Возможно. Да, вообще ужас. Ужас. Что творится? Что творится?
this, I gain eternal life. О. Ноль опыта? К чему бы это? Почему это ноль опыта? Может быть, и нет. All right! Bang! Вот Сора тоже так радовался в конце Kingdom Hearts 2, когда он думал, что победил Земноса. Музыка классная. Я уже это много раз говорил, но к музыке здесь вообще никаких претензий. Первый. Я только-только до него дошел. Thank you.
Да, я, конечно, ему практически ничего не отнял. Что сейчас произошло? Почему Хэнк не воскресили? Что за хуйня? Армия офлан? Что это такое? Это водилка, что ли? Естественно, он не даст посмотреть. Just like that. Abilities. Ravager. Мне Army of One. Unleashed the Saint Fury of Blows. Chain Effect varies by situation. А, прикольно, я не знал, что у него такое есть. Давайте попробуем. Да, мне этот босс не нравится. Может быть, придется сейчас переставить команду. Мне, наверное, ускорение надо. Не, ну с этой боевкой ни один босс не будет нормальным так. Так, Army of One, да, давайте попробуем. Thank you.
Я не понял, был толк-то какой-нибудь? Мне кажется, не особо. Происходит? Что она делает? Lightning, с тобой все в порядке? Вообще мне тут сейчас не подходит довольно вот этот класс, потому что Sentinel ничего не делает. То есть, охереть, у нас впервые появился действительно челленджевый босс. А чё у меня там сейчас? У меня на обилках что-то там горит. Надо будет посмотреть. Ой, не того. Надо было лайтнинг включить. Я сейчас, наверное, помру. Да, этот класс сейчас бесполезен. Мне, наверное, 3 медика надо. Так, фэнк надо менять. Она в этом бою мне не нужна. Так. Так, кто у меня хороший медик? Медик левел 1. Медик левел 4. Так. Так. Кстати, а по синергии что у нее? У нее есть хейст? Как я буду посмотреть? Эту.
хейст, у него есть хейст. Отлично. Блять, я его не настроил. Нет! Нет, блять, нет, сука! Пизда нам. Это будет сейчас супер хуёво. Я... Я, походу, его сегодня не пройду. Хотя... Слушайте, вообще хейст хорошая штука, конечно. Вообще, слушайте, вообще Саш здесь решает в этом бою. Что творят? Сейчас посмотрим, ваншотнет он или нет.
Так, ну, окей. Да, тут, конечно, хейст решает очень сильно в этом бою. Невероятно сильно. Какая уже по счету у него атака? Третья или четвертая? Надо следить за шаром, короче, когда он пропадет. Это я понял. Это кто посмеялся? Это, надеюсь, Lightning посмеялась? Lightning, тебе смешно? Почему? Ты поехавшая, Lightning? Эй, Ксаруда, привет. Эй, как я успешно. Где мои ребята? Сейчас надо немножко восстановить силы. Восстановили. Еще одна атака, потом на всякий случай полечимся.
То, что это ватака ваншотает? Они переборли это? Извините, конечно. Я на всякий случай стараюсь держать у них побольше хитпоинтов на тот случай, если... Сейчас будет больно. Ну, вроде у меня жизни много и бафы на мне, так что, может быть, все будет хорошо. Он снимает с меня бафы, что ли? Это вообще законно? Не, вот эта атака очень неприятная, как бы. Если попадет, попал. Да, сейчас мне будет. Сейчас прилетит. Нормально, он после каждого стагера ее использует. Кого-то убил, кажется. А, нет. Сейчас самая проблема будет, если он использует свою ваншот-атаку. Мерзопакостную. Использую. То есть, у него есть атака, в которой есть шанс ваншота. Если он ей бьет лидера команды, то это автоматически гейм-овер, да? Так. Сейчас.
То есть... Сейчас, минутку. Я в гайд полез. Я смотреть, реально ли эта атака как-нибудь у нее заблокируется. О боже мой. О боже мой, ее нельзя защититься от нее. Ну что ж. Я смотрю, не га... я смотрю, есть ли защита от этой атаки, потому что если это как я думаю сейчас, если это атака, от которой нельзя защититься, то она идет нахуй просто. Ну что ж. Нахуй эту игру. Это была очень интересная игра. Я к ней как-нибудь еще вернусь. Final Fantasy мы пока на стоп ставим. Я буду здесь фармить вещи, которые защищают от смерти, но не дают полный 100% эффект. Нахуй эту игру. Это худшая финалка, что я играл. Абсолютно. Это одна из худших игр, которые я играл вообще в своей жизни. Пизду эту игру. Просто. Ладно, я возвращаюсь к Ронпе. Пройдем Final Fantasy Origins. Я вне стрима буду. Это худшая. Абсолютно. Из всех, что я играл, абсолютно худшая. Такого пиздеца себе не позволяла даже Final Fantasy X2. Абсолютно нет. Так. Мистер Заред, добрый день. X2 не хуже. В X2 гораздо лучше боевка. Там гораздо лучше сюжет. Там более... Я ненавижу X2. Но там персонажи более приятны, чем здесь. И уж вот такой хуйни там точно не было. Извините, в Final Fantasy X2 никогда смерть одного пати-мембера не приводила к инста-гейм-оверу. И уж точно такого не было ситуации, когда тебя мог ваншотнуть босс сразу, вот так вот, вне зависимости от твоего количества жизни. Да. В общем, ладно, мы к ней как-нибудь еще вернемся. Я буду вне стрима, наверное, гриндиться. Для меня худше. Я сейчас прошел на стриме с 1 по 13 до конца 13 части. И ну, тебе повезло. Тебе повезло. Потому что у тебя не было ёбаного рандома, значит. Потому что что сейчас произошло? Сейчас босс ударил меня инстас-атакой, которая накладывает мгновенно смерть. Ударил пати-лидера. Так как умер пати-лидер, вся пати умерла. Извините, это пиздец, обидевая система. А, короче, вне стрима я буду искать, где-то вещи есть, которые уменьшают шанс на смерть персонажа. И нельзя до нуля. До нуля нельзя снизить, как я прочитал. Можно снизить до 70-80% шанс. А. Да, в общем, все, всем спасибо. И всем пока.